Задержку я 30 секунд поставлю тебе. Что? Я тебе задержку поставил, короче. Top in the world. Не шурши. Юра. Так, смотри, энфузиастик был в сети сегодня. Да не шурши есть же. Так, сейчас все быстренько настрою. Я прицел поставлю нормальный. Ты запустил? Да, сейчас 30 секунд задержка. Частота обновлений. Эй, не понял, в смысле? Ну тебе не хорошо, шейдеры высокая, детализация объекта высокая, физика высокая. Принять. Да, я все хочу использовать. Плиз, Юра, что за звуки? А ты сделал уроки? Конечно. Все, поехали. Давай. Так, чё, я... У меня калашик стоит. Все. Мне баба скины не понравились. Все, запустился. Какую карту? Пригород, лес, депо. Депо. Депо? Опять я штурмовиков теперь сегодня буду играть. У меня просто топ раскладочка. No! Свой нож ставлю. Не, это говно. Вымораживает меня оно. Просто оно дико выбешивает. Какой? Этот, ну, я команда. Он мне так не нравится. Кроме катаны все говно, потому что катана бьет просто. Разносит лица, ломает, как такая. А 720p и. Подожди. 1080 на 60, это что? Ну, это качество видео. А 720 у тебя сейчас? Тоже качество. Какое лучше? 1080, конечно. Я просто не знаю. Нет, это понятно. Ты коня апнул? Дурак он у тебя был. Мне осталось 79%. Ой, у меня... Понял, короче? Когда я только заходил на твой аккаунт, было 23%. Mm-hmm. Сейчас 50... Ой, 79, по-моему. Это все чисто PvP. Вот, с этим ножиком прикол играешь? С каким? Я команда, я его убрал, как мне вымораживает. Меня вымораживает все, кроме катаны. Катана вот так бам-бам-бам, все, минус он. Я команда, кстати, нет. Он хороший, лучше, чем топорик. Топорик вообще не убивает. У меня раньше было. Я просто не привык. Раньше было лучше. Ну, конечно, катание привык, она бьет миллиард ударов в секунду. А что ты этот скин бабки не денешь? Да мне он не нравится просто, вот просто не нравится. Там, а чё, какой скин у меня? Три скина? Три или четыре скина сколько? У тебя четыре. Экзоскелет, баба Аврора, баба не Аврора. А экзоскелет что не денешь? А? Экзоскелет. А экзоскелет мне не нравится. Мне нравятся все старенькие. Один из хороших... У русских скин только, мне кажется, один хороший на штурмовика. Может, на медика лучше? А на медика я просто не помню. Мне на штурмовика нравился, это как Собров. Посмотри, у меня есть. Так, не шур. А, тут же удерживать я поставил. Фак, вот я отстал в даун. Сам изменил настройки, понял, думаю, а что убирается. Это что, так по хардкорчику играешь? Да. Ты увидишь. А что не грузится? А, все. О, нифига себе ты замутил. О, я помню, с Матебо набивал 10к, ёб твою маму. Да, я поставил Матебо. Блин, просто он фуловый. А ты не надо. Тихо. Просто опозорим. Со спины. А, почему у меня такой звук? Общая громкость, всё. Увидишь как... Опа. А нет. Я полетел. Сейчас я начну разыграть. Ты такой начинаешь стрелять, думаешь, что за херня. Да. А что ты такой точек? Я еле-еле. Позор. Позор, просто позор. Ужас. А где такая точка на клаше? Это сейчас чей так? Да, это читы.
А скажи, вот в чем смысл? Ого, какая шапка. Я должен взять хотя бы крушителя здесь. О, полный крит. Слушай, смотри, в чем прикол? Ты? Тише, тише. Так как я крыса, сейчас. О, сейчас все будет. Смотри, не махай. Тебе кто-то дизлайк поставил? Ахай, не сдох, чтобы. Нет. А душика, это конечно все отлично, но мне надо будет скайп потише сделать, то. А что, нифига, у тебя ромплох проходил. А что ты здесь? Взрыватель. Ферс взрыватель. Ну, до крушителя никого не было. Блин, нет, они, я не понял, что в кого даже стрелять там. Песту фуцу стреляешь. Что за задержка стрима? 30 секунд. Я его стал не 60, а 30. Ты Зиксаром играешь? Я его просто не вижу. А? Я, по-моему, да. Сейчас тебе скажу. Да. Да, 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 да. Блин, капец, что согласись легко опыт-то апать. Не то, что раньше помню, чтобы звание получить. Да. А, нет, отовсюду. Сейчас. Как у меня бомбит. Зачем ты в кусты сел? Сиди с котами. Так, я думал, кто-то туда зайдет. А, знаешь что? На штурмовика один боевые перчатки. Ой, ну не забудь только. Хэты только летят так. А, во. А видите, ты просто как раки бегут на тебя. Да все, это как я, как раки. 11-9. А ты на вон тун 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 тун. Пиздец, ты у чувака появился, он уже умер. А, я понял. Появился. Что-то. А ты на вон тун. Да тихо. Я не могу сконцентрироваться. Опять! ССВД, позор! 11-11, один к одному, что это за говно? О, вот вы потом не ставите оценки. Мне бы хотелось, чтобы вы... Бам. Ты новости смотришь? Это ты смотришь. Ну, сейчас это задержка. Минус тип. Зарезал с катан козёрного. ССВД, Карл. Да, я резал. Приятный вечер. Я действительно танка. Правди танк. Для нас сюда, пацан, нормально где-то прыгать. Зажги там с пол. А че тебя, пацан, с СВД унижает? Да я его не увидел вообще издалека. Возьми Макмилла так. Пьем. Для Макмилла нам ежа. Макмилла уже 10 канабил, да? Мне кажется, да. Ай. Я хочу вал, кстати, купить, попробовать с ним поиграть. Знаешь, Дарь, лучше не покупай. Да? Говорят, что он говно теперь. Да, да, сейчас я куплю. Лучше, знаешь, купи Радон. Радон, говорят, самый топовый. Радон? Это на снайпера, которая. Нет, для штурмовика, который. Купи сейчас пострел. Обязательно. А что он поставил лох, он поставил плюсик. Так поставил плюсик ничего. А? А? Че? Он написал лох, поставил плюс. Типа ты его зарезал? Да, нет, тип говорит, ну, резает, но он говорит, тут режет, потому что резать тут нельзя. Я его зарезал. Так. Говорит, норм так режет. Я видел его. Норм так типа режет под огнем. Сзади меня, сзади. Не, ну это, конечно, я профессионал. Ты заглушки взорвал чувака. Что? А? Что я? Заглушки взорвал пацана. Какой?
Это не оглушающее, это надо было. Это оглушающее было. У меня нет оглушающего, она не стоит. А, это... Стори. О! Стори, я потерял... Потрясающе. Как бежать? Ну, какой хэт. Просто хэт. Топ из The World. Раньше надо было. Я не знаю просто, что с ними делать. Это... 3, 2, 1. Убийство. Опять! Я ему 2 раза вот этот звук, то, что звон. Звонкий. Звук. Ничего себе ты зажал там-то. Конкретно. Ты которому в голову, да, там залил дым? Домики, да? Аджина, вон тут, фак. Какой-то счет. Да позор на меня еще. Сейчас. Братцы, ну хоть не шуруши, ладно, новости. А новости-то насырают. Шуршание просто в аппарат. Я не шуршу. Я просто монеты пересчитываю. А, рядом с его головой летело. На первом месте? Да. С таким нормальным, практически косарь отрывом, по-моему. Ого. У него 2400, у тебя 3 зачем-то, да? АЭСочка. Кевин Лоу, выключить. Что такое, знаешь такое? Кевин Лоу. Нет, я не знаю ее. В хэд. Хэд должен был быть. У него. Хэд. Хэд. Хэдшот. Да, хэдшот. Нет, хэдшот вообще. Помнишь, как Самского поговорил? Хэдшот он будет. Слева. Хорош. Кевин Лоу. Неужели? Мозголу, да? Нет, к сожалению. На нефтебазе попробуем сделать его. Я помню, вспомнишь, как малый был плей? Я говорю, пацаны, мозголу будет, конечно. И ты съехал, мозголу. Да. Да ты чё, серьёзно? Да, серьёзно. Да, серьёзно. Чё, серьёзно? Да, серьёзно. Да, серьёзно. Давай. Блин, спускай надо. 33 убийства у тебя, ты чё смотришь? 38. Ого. У меня только 33. Ты же закончил? Нет. Nope. А сколько время ещё, скажи? Ещё и взорвался на мине. Просто. Сколько тебе времени сейчас? Осталось. 10 секунд. Но задержка минуты, прикинь. Куда же задержка это? Я выиграл, я на первом месте, но счет не очень. 39-25. Почти 40. Ну нормально. Полтора, да, сата там 1-4. 1-4 сата. Ого! 1-6. Лес, да. Что я пока, чтобы ты не показал, что я тебе говорил. Что показал? А, что, посмотри, скин на медика. А, сейчас. Я вообще не помню, как он выглядит, кстати. Скин твой. Он, мы с тобой покупали, мы же. Я помню, но я не помню, как он выглядит. Надо окно открыть. Как бы я не любил открывать окна. Все, я понял, это противогазе говно. Ой, блин, а у меня тут скин не стоит, кстати. Ты где сидишь, в зале, Юр? А? Ты в зале сидишь? Нет. У себя? Да. Можешь дверь закрыть по-братски? А что, слышно слишком? Да вообще прям орёт. Мать моя женщина.
А сейчас? Сейчас один, так, тише, сейчас тише. Намного тише. О, два человека, это кто? Андрей Молдов. О, это да, здорово, Андрюша. Опять убиваем. А почему некоторые дают... Больше? Победы, да. Да, награды плюс награды. Это, плюс но награды. Первый раз за день, типа, понял. Да? Да. Сейчас попробуем, знаешь, как отыграть? Я за штурмовика буду... Радом купи. Блин, ну раньше бы сказал. Мы же запустились. Я буду отыгрывать, понял, так, сейфово. Так, сейчас. Чё? Чё ты говоришь? Какие-то звуки странные были. Да? А ты карту сменил? Что? Да, мы сменили, мы на лес пошли. А, короче, тогда да, смотри, следующая карта, покупаешь радон и этот... Лес? Да, нефтебаза. А, нефтебаза. Говорят, что она вообще изумительно кушает. Сейчас, подожди. Глушитель. Мозголом. Вижу. Назад спить. Так. Я видел тебя. И тебя слышал. А. Оу, да. А ты ПВЕ катал или нет? Нет. А ты как вас? Тихо, что говоришь? Как клан называется у тебя? Ой, это... А вот фиг знает, я не помню. Анкл, по-моему. Анкл, да, Анкл. Дядя? Я не... Ну, вообще, приводится, да, дядя. О! Встретил меня, тип. Отыграл сейфово. 4-1. Прям сейф. На тебе, мразь. Вот этот прицел, кстати, топовый. Мне он нравится. 1.4? Новый. Да, 1.4. Точка просто топовая. Это помнишь, как помнишь, да? В одном месте того, на котором мы решили сходить. Находились. Ах, ты понял, да, про что я? Не, ну без прицела все же это прям top in the world. Короче, я знаю, что Burger King можно купить кофе и второй кофе в подарок. Ну это все, это типа купил для девушки, понял, а тебе еще в подарок и решил, вот это щедро, щедро. Хотя сам знал вот это хитро. Понял, все, я играл, там был хитрый еврей, да, у чувака ник. Это да. И был у них фашист. Вы так его зарезал? Фашист зарезал этого? Нет, я зарезал фашиста, когда он пытался зарезать еврея. Лол. Хедшот. Это же экстремизм. Экстремизм. Что? Фашист? Да. Ну. Это, наверное, на Украине пацан живет. Ха-ха, зарезал. Эти, мы с тобой в аккаунта хотели украсть или нет, или а? С тобой? Позже мы чувака аккаунта украли? Еще Кирилл. Раз, еще раз. Позже мы чувака аккаунт забрали? Ну. Который был с Кимом, где что угодно сделает. Ха-ха, ну, и? Мы его дали или нет? Или нет. Остановили, я помню. Это вот этот и есть аккаунт. Это у другого. Кла, помнишь, мы развелись? Нет. А, я помню. Да, я помню. Да, мы ему потом отдали. Это говно. Как он просто капец, да. Мне друг подобил, отдайте, пожалуйста. Блин, добил. Это было весело. Ты сюда пришел ко мне, мы такие. А для чего ему аккаунт уже был, я не помню. Тебе, по-моему, да? Подожди, сейчас. Я, кстати, серьезно тоже не помню.
Да, зарезал, зарезал. Зарезал, свинью. Без прицела. Да, без прицела, это топ. Перезаряди валу. Опа, шишка свала. Издалека, да, то что? Нет, пусто. А! Но, брат, не убьет. Серия убийств, Сэм. Сэм, брат. Выходи, давай. Это не попал. Да. Это гуф, да, был или кто? Это? Да. Но... Нагана. А, Нагана, да. Да. МС Баста. 18-4. Баста это. Баста это ноги. Это Нагана. Да? Ты не знал? Нет. Баста, Нагана, еще кто-то опыт кидали там. Серьезно? Этот чувак возродился, ты его убил. Я серьезно говорю тебе. Да я понял. Еще бы ты врал. Еще кирю раздает. Сысочку вставлю ему. Ой. Ты такой сейчас прокликом. Ой. 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 Ой, зарезали. Ой, ты увидишь, как я водопад спрыгнул и зарезал, типа. Сейчас ты серия 7. Ты бегаешь, всех крушишь. О. Ой, косой. О. Ой, не надо. Клянусь, если бы я стрелял, был администратором, я тебя давно запалил. Знаешь почему? Почему? У тебя так много лагает, если такой сидишь. Раз тебя вправо кинет, влево кинет, ты начинаешь на противника стрелять. Но! Нору, да, у тебя 18 убийство, пацана там 12. No bandidos, just bandidos. No bandidos, just bandidos. No bandidos. Убили его, криминалы. Его убили, ты... О, меня встретил. Я знал, что он здесь, но не знал. Ну, в смысле, как знал. Чувствовал душой, телом. А, нет, голову никак нет, получилось. Минус два. Два. О, ой, не надо, пожалуйста. Ну дай. Лады люди. Вдвоем не убивают. Посмотри, какие негодяи. Ты такой прыгаешь просто, чувака такой, здрасте. Я ваша мама. О! Убейтесь. Слышишь? Я уже не знаю, кого убивать. Слышь, Кирилл? Да. Ты угарно говоришь. Тихо. Я знаю, что. Ноу, стилят. Фрага, стыдно! Пивтоп клан! А, что? Я просто... Первый клан, где КВ будет. Да тут КВ игра. Подожди, тихо. О, молодый член, я клан. А когда вы КВ? Я сколько уже стримишь, ни разу КВ не будет. А, о! Не, а завтра во сколько? Ну не знаю, друг. А, это мой бро. Юр, читай его разки комментарии время от времени. Ай, убили. Здорово. Андрюша. Ебаешь, пап, че Андрюша. Чел, это мой бро, 228, топ, 337. Сейчас. Минус, со взрывателем, да, будет? Нет, не будет, потому что никого нету. Завтра во сколько буду? Ближе к вечеру. Боже, почему тебя бить не могу? Да не инвалиды, потому что... Взрыватель! Ну на крушителя никого! Немаю, не никого не макеря! С двух сторон нам! Гады с двух сторон! Я не могу увидеть! Откуда? А я только потом увидел. 36 на 10, неплохо. 36 на 10? Да. Ты еще слушаешь, дядя? Ой! А, меня убили! В лицо! Прямо так. Фу! И все, Кирюша откинулся. Ой, я в твою дивизию, как минус. Еще головешечки, где? М64, взяли. Тихо, смотри. Готов? Ой, а я не готов был к такому повороту. Субытый. Просто прикол, стреляешь в водопад, убиваешь кого-то. Да нет, я видел его там. Взрыватель. На крушителя нет никого, так мозгов не летел.
Никого нема. Я не увидел его. Ребятки, дайте крушить. Фу на тебя, капитан Кирилл. О, в смысле капитан? Что-то мой не, ой, что-то мое имя украл, тварь. За это получи гранату. Скот. Ну как? Скот. А Хованский знаешь, что это 47? А? Хованский это АК-47. Ау! Почему Хованский АК-47? Ну да, вот. В смысле? Почему ты форсит? Что? Ой, Должанский, АК-47. Почему Должанский АК? Почему Должанский АК-47? Йоу, нагада в теме. Стасик! А чё они просто так идут как бараны? Почему как? Синяк будто режет. Тихо! Нема, пацаны! Я на танке сижу. Так делаешь? Юра, я танкист. ЦВН ты же. Какой у тебя счет? Ой, сейчас скажу, я почитаю. Да, КВ, в принципе, мы играем. Андрюша. В принципе, играем. 42 до 17. Сейчас куплю радон. А ты что, открыл iPad и поставил чат? Не-не-не. А, хорошая идея. Прям. Ну а смысл просто, Андрей, понимаешь? Кирилл, а когда будет, сколько будет подписчиков, ты будешь стримить с вебкой? Стой, подожди, Юр. А смысл стримить, да, Андрюх, когда КВ идет 4 на 4? Я понимаю, это 8 на 8 было бы топово. А так, не очень. Все, я читаю теперь чат. Все, пиши, я буду читать, если что, Андрюшенька. Так. О, вот 67%. Керя. А, чё, я цены слушаю. Тоби, ну, говори. Ну, Юра. Да, чё? Юра. Юра. Фуцик, фуцик. Юра. Кэрри Декарь. Кэрри Декарь. Юра. 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 Нет, я все понимаю, но Юра не понимает. Юра. Дурак. Дурак. Юра. Юрий. Остапик Юрий Эдуардович. Кирилл, включи микрофон. Я как бы здесь. Да не, в принципе, и так нормально играют, понимаешь? Сейчас позвоню в скайпе. Он же топовый этот скайпик. Никогда не лагает. Алло. Алло. Что такие? Это скайп тупой, как меня вымораживает. Да, Андрей, слушай, в чем прикол-то? Сата 1.2, это не важно. Мы играли с чуваками 1.5. Какие бы у них ни были ранги, они могут отхватывать просто людей как так и надо. А есть люди со 100.05, которые нормально играют, лучше, чем те. Братан, могу тебе сказать, что раньше на этом аккаунте стата была 0.33. Вот, и вот понимаешь? Я нет, играл... Но... И мы ее апали статуру. Просто, я понял, короче, чувак, ну, он не умел играть, ну. Он просто тупым был по жизни, понимаешь? А чё с микро имени Ю? Это все отлично, конечно, то, что я в скайп звонил. Сейчас все нормально, Андрей? Андрюшенька. Нормально тебе, нормально. А, все, все, отлично, замечательно. Короче, слушай, на этом аккаунте был 0.33 стата была. Мы ее подняли просто на изи.
до одного, а потом уже было тяжелее, потому что... Ну... Ну мне, чтобы поднять ту, надо, по-моему, 800 с чем-то 80 убить сделать, прикинь. Это неплохо. Так, все, покупаю радон и идем убивать. Радончик. Насколько? Орсис. Ага. Стой, Орсис. Там фигня. Юра. Орсис Хованский может быть. Слышишь, скоро может Хованский и Ларри будет новый версус, в общем-то. Ну, я понял, стой, может быть Орсис, а не радон? Радон на штурмовика. А, на штурмовика. Так, то ли я слепой, то ли я пропустил его. Да, вот, нашел. На сколько покупать? На сколько покупать? На 7 дней, давай. Попробовать просто. 334 тысячи, я в шоке. Играя PvP 334 тысячи. Это плюс, это еще учитывая то, что я вчера купил снайперку. Какую? О, этот, М45. А че, то на сколько? А еще сильнее в точку нельзя стрелять, я не понимаю. Ты точка? Да, просто в точку стреляю. А ты боевые перчатки иди. Боевые перчатки сейчас. У меня кевларовые, сейчас боевые все поставил. Йо, скажи, а когда ты точку стреляешь, тебя могут забанить? Ну, сколько с макросом играл, не забанили же. Ну да, это было такое. Ну, а лучше об этом не говорите. Да пофиг, повар весь РФС играет с макросами и всем все пойдет. А тут нет, я без играю. Помнишь спрашивал? Че, ну. Которая без ничего китайская есть, да? Да, это. Там был сам установлен. Помнишь, мы проверяли, ставили мою мышку и твою? Ну. И чего было там? Все нашлось полно, так поехали. А ты бы его чуть сейчас поставил? Да, поставил. А что ботинки какие поставить? Ботинки, скорее всего, боевые, чтобы на минах не взорваться. Так, у меня боевые ботинки стоят. А, понял, новогодний бронежилет. Она увеличивает количество очков брони на 35, урон на 10 единиц снижает за попадание, 25% повышает защиту от взрывчатки, полтора раза увеличивает патроны и увеличивает количество еще чего-то там. Полтора раза. Радолго, ну, сейчас. У меня тогда еще полтора вытянул, от топ-тима полтора. Есть чат, в чате будет говорить. Да я читаю уже. Новый версус вышел. Не знаю, я версус смотрю, если Хованский, Ларин или еще кто-нибудь из блогеров. Мне это вообще насрать на рэп мир. А ПВП, по количеству ПВП, ну знаешь, бессмысленно смотреть, вдруг цвин будет, чувак. Дальше. Так, с микро все норм. У тебя раньше была сатака. Да нет, ПВП решает, Кирилл, ПВП решает. Нет, я понимаю, но все равно, когда вот бывают твинки люди. А радон нет, говно. Ну сейчас посмотрим, подожди. Если не сделаю хотя бы взрывателя, то да, говно. Так что сейчас все увидим. Слушай, смотри, по ПВП смотрю так. Если у человека не накручено, но видно то, что он сам старается, у стата, например, у него такая нормальная. Ну как бы. Человеческая. КВ частота чистая. Угу. Да, от 1 до 1.7 это максимум. 1.5, 1.7 это максимум, что может быть. Потому что выше это уже что-то не так идет. Потому что все, на реально сложных боях нереально играть так. Так, все, полетела мазута. Пошла мазута, точнее. Грибочек это отрубаешь. Ааа! Блин, минус 2 только дал вначале. Не успел развернуться. Нормально у вас нет? Да, хорошо. Ну я просто гранату буду выкидывать и себя ранил. Это да, это... Сейчас я сделаю 2-7 стройки. Так, игра. Графика. Фак. Где-то управление. Можно я закрыть дверь? Бля, она закрыта. Взрыватель уже есть. Крушитель есть. Блин, крушитель я сделал. Фак. Нет, то хорошее оружие. В принципе, в голову 2 патрона. Это да. Нифига нас нет.
ухо залетаешь, если сразу. Нифига, она быстро сдаёт. Ты сначала смотришь хотя бы? Да. Блин. Братан, я в своё время очень много наиграл. Это к Андрею касается. Да я понял, ты рассказывай. Короче, Андрюх, слушай, если чё, он читает, отвечает за меня. Оу, четвером, пятером. Это мозголом уже ждет меня. Готов. Блин. А, я этому в голову не попал, ладно. Руку уж козел. Да-да-да. Вот смотри, Андрюха. Здесь такая. Для медика высота это не важно. Главное, чтобы ресел. А количество ПВП зависит от того, как ты играешь. Если ты играешь в паблике, то не знаю. А если ты играешь КВ, то зависит от того, кого ты был. И как ты сам себя, ну, какую самооценку ты себе делаешь. Если твой клан постоянно проигрывает от тебя КФ, то, соответственно, тебе будет и порт. Я на противопехоту не действую, да, вот это финансово. Действует. А какие? Ты не боевые взял? Я боевые взял. Ой, тяжелые, тяжелые. А, ну сказал бы. Сказал боевые, я бы сказал боевые. А ты помнишь, что мы такие не защищали? Ты же знаешь, как их съедил, что этот скорость? Помнишь, раньше как тебе летали? Ну да. Теперь, когда ложишься, разброс. Помнишь, как раньше все X жестко ставили? Видел? А. Позже, как раньше все спамили X на X нажимали, ложись ставали. А, да, но это давно пофиксили, нет, это было давно. Ну, видишь, куда мы? Дайте мне. С легких 2013-14, да? Да-да-да. Сейчас, чувак, либо поблагодарил его. Подошел просто чувак, там зарезал голову, пошел дальше. Я не могу убивать. 12-12, позор. Да позор. Не бомбит, у тебя не бомбит. Сейчас я справа зайду. Егор Бугор. Хорошо. Блин, взрыватель только. Ну все было, чтобы взять по звонок. У нас инженер, кстати, нормально, 11-1. Не, чувак, сорян, я не могу. Опять! Просто эти гранаты, тебе уж не в тебя заходить. Да-да-да. У меня гранаты вымораживают эти. Они просто падают и падают, падают и падают. Я его закинул как. Позорная мразь. Животное. Нет, он, кстати, не очень сильно дамажит. Если только в голову стрелять, то он найс. Я на ангар пойду, вот на ангаре возможно. Почему не в голову? Я же целился. Целился в голову, но не убил в голову. Фак. Взрыватель есть! Кушителя не хватит. Опять взрыватель. Меня уже вымораживает этот взрыватель. И я хочу мозгового. Во-во-во-во-во. Взрыватель, крушитель опять. Не хватило. На мозголом. Я вдруг хочу. Меня сейчас бомбанет. У вас я минус 35. Пора посчитать, что он пошутил. Я был в клане. И Джон 2 года с ромбика тут развез.
что такое 30 дней? Че говоришь, Юр? Когда он... Такое... С полу... А, с Робика до трех звезд с полоску больше. Три раба, пол три жа. Там только я резал. С рукой статую, а не так. Завтра шука, а у нас минус 35. Нормально, братан. У нас плюс 10 примерно. И сегодня гулял вообще четенько. Жара. Кавказ есть жара. А, чувак, это... Кавказ горячий, люди живут, горячая погода. Знаешь, на самом деле у нас холодно, но из-за того, что Кавказ, да. А что значит, у нас если у них минус 35, не пофиг, пусть они приедут сюда. У них сухой климат. Встретили. 1-10, коп. Так, коп, на кика. Что? Он ты говорит, ну смеется и почти. Сейчас сделаю. Все сделал. А чё мне так не знаю, почему мне... А, я же скайп, ёпта, сюда. Я думаю, почему мне такое тихое видео, хотя громкость высокая. Все сделал, Андрюш. Андрюшенька. А тебе сколько лет? Вот клянусь, Кирилл, только что хочется спросить, сколько у него лет, сколько ему лет. Ну, как говорится, Кавказ, одна вера, одна любовь, одна семья, одна кровь. Бывает в жизни огорчение. Да. Карантин науки учения. Опять фулку ему дал. Фулку добить его не могут. Фулку, фул. Пацаны, пацаны, ну добейте же. Надо завтра школу идти. Блин, прикинь, Шараку надо идти 16 числа. Куда? Шарагу. Да куда? Да что такое Шарага? Нет. Университет. Зачем? Тебе в универ. У них так расписание. Кому? Ну кто в этот в универ, не универе, в колледже хочется и до 16-го. О, везет же. Зато у них весной нет каникул. А? Я где-то два месяца. А мы будем кайфовать. Да кайф. Блин, водка есть. В этом году экзаменов не будет, да? Это да. Да, будет на жизнь. Твоя вонючая. Патронов тут мало, кстати. А он знал, что я тут, я бы тоже добил. 30? Мало, то же самое, как калаши. Ну, калаши не более так медленнее, да, выпускаются? Да, в калаши не вот медленно вылезают. Вылезают. Супер, просто пупер. А, слушай, мы вчера после тренировки шел, ну, придевался, и там, короче, ченцы были такие же, есть парни, понял? Ну, взрослые уже. Ну, слышишь? Ну и? И марокканцы. И короче, что, махать начался? Не-не-не, просто, короче, мы теперь учим... русский язык. Подожди. Учим русскому языку марокканцев. Угу. Он подходит такой: пока, удача. Удача тебе. Ах ты, удача, да. Слушай, мы говорим, хорошо, да, давай, пока. Он говорит, а вот если ты пчи делаешь, то здоров, здоровье тебе, или будь здоров говорить. Мы говорим, будь здоров. Он говорит, а, понятно, удача, пока. Спарить, да? Ну и чё, и чё? Да сейчас. Что сейчас? Я потом говорю этому чеченцу. Вот как он русский язык будет понимать, я не понимаю. Вот если мы говорим, да нет, наверное, да? Кирилл? Ну-ну-ну. То есть... Да, я не знаю, что такое шарага. Ну и? Мы же поймём этот смысл, а они как поймут. Ещё раз, чё? Ещё раз, чё ты сказал? Юр. Смотри, Юра. Я говорю это, да нет, наверное. Тебе ты что я имею в виду? Да нет. Ты понимаешь, это то же самое, что американскую сказать, да? Да нет, наверное. Это без разницы. Да нет, наверное, то же самое, что возможно. То есть им можно объяснить не... Ну, американцам, допустим, maybe, может быть. Нет, но если человек не знает русского языка, но косвенно понимает его, то он не поймет этого значения. Да, я могу даже да, он не поймет. Эксперимент сделать. Завтра этому Хафиду сказать, типа, да нет, наверное, что-нибудь.
Да Хафит, он вообще не похож на марокканца, Васин на русского похож. Русский, русский, мама русский. Я русский, мама русский. А, нет. Папа марокканец. Я русский. Русский, я русский, мама русский у меня. Все мы в душе русские, понял, да? Россия великая держава, она спасет весь мир. Сейчас, а сейчас нас на ютубе заблокируют. Скажут, вы разжигаете национальную рознь. Другие такие марокканцы залетают. Ну. Такие, здорово. Здорово. Понял, что-то вчера... А, сегодня сижу, хаваю. И мультик какой-то показывает, понял? Про рыбок. Не небо было, а с нищей волной или как-то так. Да, да, да. И там были два, там два осьминога, понял, как эти, как наркоманчики. Я так орал. Я просто так орал. А, эти чуваки, кстати, с Сентуков, прикинь, который глава. Глава, там три человека с Сентуков. Я захожу читать. Где? Ну, глава нашего клана, он с Сентуков. Ну, вообще из Суворовки, но это не суть важно. Я такой, чё? Андрей, кто это такой? Андрей? Это я не знаю. А, стоп. Стоп, Андрей, ты который с нашего клана, я не понял вас. Да, это... Найс, пацан. Андрей, это кто? Ага, это да, это с нашего клана. Найс. Саня. Истории видел мои? Да, я посмотрел. Я это. Серьезно? Да. Не, новый. Новый, да, видел. Где-то просто пошука фоточки. А Саня, я не знаю, где он. Но он будет. Тихо, чё? Я нашел хату на этот день. Чё? Кирилл. Чё? Хату Новый год нашел. Это хорошо. Короче, слушай. На Новый год ты дебил. Я просто бегу. А ты, слушай, а ты хорош. Короче, мы гуляли. Знаешь, где этот... где Орел, беседка, китайская беседка? Кирилл. Ну. Эй, Кэря. Ну, я еще. Ну, уже там, короче, мы сидели и смотрели на сторону, ну, рынка и этого... Ну, в тот район, Горячеводска. Ну, допустим, мы. Короче, я такой вижу, о, говорю, хата на Новый год. Да? Слушай, зашли туда. Там, короче, зал огроменный. Дальше комната такая. И вверху дырка, и там тоже комната. Там матрасик, балтик, одетка стоит. Ну, все, знаешь, по красоте. А, ну вот, то есть. И дальше я такой быстро историю снимаю, пишу там что-то, и прикинь, на телефон выключается. О. Я такой. Смотри, чего купа до сука дон назад будет забегать. Так дела не делаются, думаю. Пацан угорает вообще. Смотри, смотри. Давайте, входите, друзья. На, ты увидишь потом, как я взорвал типа. Просто не могу надамажить, говно это. Да я понял, кто ты. После того, как ты спросил про Саню. Андрюшенька. Это много стоит. Я сейчас возьму... Нет, ладно, не будем изменять. В принципе. Давай, пойдем, брат, пойдем. Чё, Андрюша, расскажешь что-нибудь топовое нам? О, Кирилл, ау, я сдалил только что. Это ты? Где? Кирилл. А. Мопсу, мопсу. Да, я. Кирилл Ауе. Сдонатил его. Кто еще? Больше Кириллов Ауе не существует. Нахер тебе не лёг, ты не смотришь мимо. А? Зачем ты мимо лёг смотришь? А ты увидишь потом. Взрыватель. Отойди, брат. Напал. Ой. Лазися, мана. Ты так орать будешь, когда увидишь.
О, надамажил я его неплохо. Надо к нему по тактике зайти. Малика, Даудова, Пылка. Еще один медик, я думал, это мертвое создание. Я не могу что-то убить с этого Радона. Никакое животное. Игровой опыт. Слышь, Кирилл, я, конечно, не идеал, но и ты не Николай Соболев. Конечно. Это Николай Соболев. Куда это он говорит? Всем привет. Это жизнь YouTube. И это и с вами Николай Соболев. Оу, ноу. Вот даже приколочка. Это же Ларин. А зайди на мою ленту в Инстаграме и посмотри видео с Рейс видео. Что? Она в третье. Я послушаю. Посмотри видео. Ну, чё и? Чё? С Рейс видео. С Рейс видео? Да. Что это такое? Ну, посмотрю, конечно, но... Ну, не сейчас. А, нет, ну откинуть бы это, конечно, хорошо при пинге 4, это да. Надо его строить. А, еще и слева есть, я понял. Я это разумею. Что? А, ну учись тихо и учи, да. Давай. Профессионально я довел. Прям космос. Ага. Кирилл, слушай, тихо. А вот если я хочу стримить свой мой телефон, как я тоже могу это сделать? Тихо. Как ты можешь стримить с телефона? Ну, с iPad. К этой компьютер надо подсоединить, вывести туда изображение, да? Я же говорил, что такое безумие. Это повторение одного и того же действия раз за разом. Сейчас 3-2 раз. 3-2 раз, ну так. О, все. Юра, пошла небочка. Ой, нет, меня убили советские. Позорные, обоссанные твари. Животные. Позорник, упорный. О, я же упор сосался, попало. Один раз, мне кажется, я его просто... А, не, я не закончил, ты чё? Я в школе. Мы, в общем, в школе-то. 10 класс, она курит первый раз. Ты чё, у нас запотышающий есть. Мы не танец сделали. О, хорошо. Что? У нас запотышающий есть. Ну да, это надо запотышать у каждых. Запотыша у избранных. Заочно-физическая. Заочно. Заочная физико-техническая школа, да? Заочная физико-техническая школа. Шарага, Юра, обучение школа. Шарага. Российская Федерация. Крыма нет. Блокнот. А, нет, есть. Как сделать сосательную конфету, Кирилл? Посмотрел, да? Я посмотрел, да. Очень весело, очень интересно и задорно. Годный контент. Да, годный контент. Что вы назвать годным контентом? О, мне кто-то звонит, это... Конечно, да, это неплохо. Но берется его делать вот так вот. Я уже показывал, как делается контент.
Что? Чувак сквозь кору... А, можно прострелить, да, наверное? Ну, я тоби разумею. Сквозь коробки. Зачем даже усас? Какой же ты? Это волк пропал? Да. Это так просто фулл хп. Сырье нашим подосру просто. А, ну это не моя взорвалась, я понял, я подосру. А кто звонит? Я не знаю, кто мне звонил. С котами надо было резать, выходить. Хо-хо-хо, я на первом месте. А посмотрим, кто мне звонила. Звонила мне. А кто мне звонил? А какой тисус сквозь стенку был, Кирилл? О, это сквозь коробку надо простреливаться, скорее всего. Нет, они простреливаются. На читер. Тупый читер. Надо в топе отрулять. Но я заскринил. Офигеть. Вот а, ты МЧС, ты... Юра, он после 9 класса Беля Яра становится. Тоже как Саня. Он что, ПТУш? Он пойдет. Ты смотри, самое главное. Перед экзаменом по русскому сиди, играй в Warface. Мы так на 4 его написали. Тут не надо. У меня почти максимальный балл. Ну, не 5 же. Ну, одного балла. Ну, как бы по баллам-то пятерочка. Но по факту это четверочка. По баллам. Смотри, смотри, просто как я тащу. Как затащил, видел, да? Он. Так. Знаете что, давайте куда пойдем с вами, друзья, товарищи. Мы с вами возьмем сейчас. Товарищи сослуживцы. Да, товарищи сослуживцы. Мы с вами сейчас возьмем. Пистолет снайперов. Глушитель, коллиматорный прицел. И вот так идем воевать. Идем. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. На этом аккаунте понял примерно. 1000 мясорубок, да, есть, наверное? Да нет, 700 да, мясорубок. Мне кажется, я уже за день больше делаю мясорубок, чем... Не, подожди. На первом месте около 300 штук есть. Вход в комнату есть же. Россия священный наша держава, Россия священный наша страна, наша страна самый хороший, Россия, Россия хороший, страна ЦБС, Россия священная. Мы сегодня играли клановую битву, вот с этими чуваками. Ну вот Андрей там был, вообще, ну просто клан, ой господи, клановую битву, как она называется, я забыл, какие. Клановую штурм просто поиграли, ну, 2 на 2, а нет, 3 на 2 поиграли. У тебя по-русскому 4.5, это как? Это учитель тебе пишет 5? Это понял, как это в Украине живет, а там же 10-бальная шкала. 4.5, ну тебе 4.5. На 8. Не, подожди. А, смотри. Я смотрю, не, а у него сынки одни пятерки и четверки. Я говорю, сына, да ты учишься как бог. Нет, это у него восьмерки, наверное. Восьмерки, наверное. Не, слушай, слушай. Потому что единица это единица. Да у меня сын учишься как бог, одни четверки на пятерки. У нас 10-бальная система образования. Да вы шо? Как шо, так-то? Сразу. Вот, думаю, так, Андрюшенька, красавчик. Андрюшенька, отыграем на единичку. Ой, ну в смысле, не на единичку, а на. Что ты такие, скажи мне, а? Что ты такие, а? Что за ценки, а? Что ты такие? Что это такое? Нет, це не мало употребляют, где. Це. Мама! Це. Вот сейчас бы был Саня, мы бы с него орали. Это хорошие оценки. Ай. Кто? Саня был бы, мы бы с него орали, сидели. Сам, о, себя. Юра! Начался. Я еще в святом месте появился. О, это пролаг, да.
Ты хорош. Кири, распиарился, посмотри. Тихо. Меня убили. У тебя 5 научились ставить 4. Ты скажи, слышишь ты, животное. Ты мне чего целкиться не знаешь, тварь? Скажи, слышишь ты, скажи. Ты знаешь, что такое? Надо поставить тебе. Ну не знаю. Он говорит. А надо бы узнать собака. Псина, ведь псина. Авторитет в Татарстане. Понимаешь? Опа! Понимаешь? Нет, но узмом ребят стреляет, смогнила на это. Она уже в шоке. Думает. Как так? Парниша не из простых, лучше с таким не связываться. Еще, братан. Нет, я не пойду больше стыд стреляться с этого говна. Штурмовики вот, у меня еще было радон, да? Ого, ого, двоечка, двоечка в кире. Позор. А че ты? Кто ты? Кто ты? Speak Russian, please. А, ну хорошо, на русском. Кирилл попросил нас на русском говорить, не на украинском. Хорошо, мой друг, хорошо. Це хлопец не разумеет нашу мову, Юра. А, чуваки, вдвоем играют, ну я понял. Это они, конечно, хорошо придумали, придется их. Не, ну Кирюша двоечку дал. А? Как было, надо выше стрелять, а не ниже. Сейчас будем стрелять выше и ниже, и поверили. Я кушал. Вот ты дурной, ну ты дурной. Так, где, где, где? На него нету штыка. 7-6 у тебя счет. А? 11-10, позорный. Позорный счет. Да, 1-1. А я вроде. Вот я его убью. Вот это и криворукая скотина. Скотина. Вот королек. Да, это конечно бывает. Учитель у нас. Юра, почему я убить не могу? Опа, братан, ты не знаешь нашу лисичку. Да, я... Такой отбитый. Юра, я никого убить не могу, ладно? Ладно. Если бы ты ее увидел хоть раз в жизни, ты бы по ее внешнему виду понял, что она недовольна всеми, кроме ее и ее любимых ученичков. Да не, все говно, кроме нее. Я идеал. Чёрт, застили. Он застилил мой фраг и меня убил. Чтоб такие рули сдохли, позатрака. И опять, я его повалил? Ой, меня сюда, он громко бомбит. Кирилл, ты не скажешь? Нет, це тройка. Я его хотел ударить, не успел. Вы чего тут кулаками нельзя драться? Блин, Кирилл, прикинь, он один над украинцами смеется. А? Чё, чё же, Юра? Юра, ну не шурши! Не шурши! Не шурши попросил! Вот. А чё мне надо украинцами? А! Блин, надо украинцами. Ещё раз. Кто? Эти, вон. Они, он не знает эту расу. Они играют на снайпера, на все титаны бегают. Вот это косой. Нахарил. Офигеть, тройку красиво сделал. Троечку, да, троечку, это прям. Нет, ну за снайпер, мне кажется, о, я могу только на такой. Ты допой... в этот дверь попал, он около стеги стоял. А, все же попал его? Да, это. Что? Почему он раньше меня убил? Как он раньше достал пистолет?
Это перчатки все. Хорошо. О, какую голову, как я дал ему ты. А что ты сделал USP? Я вот не знаю, я хотел на лес пойти, а пошел на преграды. У меня был USP, я что-то не получилось с ним фартануть. Он чтоб вы сдохли, только мы подходить будет. Географическая мелочь, типа, ну, знаешь, какая-то такая странная. Что ты такой мальчик? Медику один раз попал. Все, мы уже 20-22. Позор. Вот это позор, чтобы я еще раз взял USP с собой. Ты первый раз в минусе? Да. За 5 лет. Давай, раз хорошо, напомню тебе. Но вообще мы с России, но это не суть важно. Понял как? Юр, у меня там специально момент остановился, как будто это когда я троечку красиво сделал. Ну это прям да, это. Гоблин Ассасинус. Что? Clash Royale ведут новую этот. Гоблин Ассасин. Это как так? Как это существо выглядеть должно? Гоблин Ассасин. Сейчас, слышишь, какую карту, Андрей, говори быстрее. Андрюша, карта. С тебя карта, с меня убийство. Так, сейчас дойдет это сообщение. Пацан пишет, как убрать детей Элиза и из Warface и сделать баланс. В смысле детей Элиза? Крыс. Кемперов? А почему все крысы называют? Вот я это не могу. Ну потому что сидит на одном месте, с респы выходит. Да? Да. Да чтоб он сдох, такой игрок. Ненавижу таких вообще снайперов, не люблю. Снайперами играют только отбросы общества. Даю. Но про Кирилла ничего не думаем, это не суть важно. На снопа ставь легкий. Зачем легкий, если есть кеварки, братан? Шо ты такие? Шо ты такие? Шо ты такие? Так какая карта, он услышал или нет? Я не разумею. Так, ладно, карта. Мясорубка. Ничего себе, прикинь, 42 просмотра, 40 раза. Да, я вчера, да. Арена, 17-я. Сейчас, калаш, какой радон, калаш, идем, я знаю куда. Братан, я в топе РФ 4К+. Ну давай, удачи, Андрюшенька, спокойной ночи. Сладких снов там всех, благ, счастья, удачи. Уходи, прощай. Ой, что я сделал? Я согрешил, Юра, все теперь. Какая любимая карта у Элиза? А? Какая карта любимая у Элиза? Убежище сыграй, да? О, блин. Раньше бы сказал. Сыграю обязательно. А чё бы? Не обязательно сыграю сейчас. Блин, какая карта сейчас у меня? Для карты для мозголома. Если база. Нет, я тебе говорю, где я делал сегодня два крушителя. Лошадь. Да. Она любимая. Любимая, родная, площадь золотая, золотая площадь, золотая. Что он будет, если перевернуть салют? Как захватывающе интересно. Не, как неожиданно и приятно. Нет, ты понимаешь? Бывает, братан, что бывает. Олег, есть у тебя? Юр, не шурщи. Все, давай, удачи. И тоби, и мне.
Коль ты бачил? Головешечка. Все хорош. Че вот это вот? Че ты сейчас? Ну-ка ноги со стола. Ты бом убрал. А как ты проходишь же? Трусы, голову. Кирилл, трусы в говне пришли. Что? Трусы в говне пришли. Ты да, он. Трусы. А ты все настал. Кирилл, трусы в говне, ты представляешь? Конечно, представляю. Ой, ой. Ёпсой, бать, нормально? Нормально. А, я тебе, короче, это видео в Андрюсе зажимаю, посмотришь? Я уже понял, мама пришла, начинает умирать. Кого? Да, в Андрюха зажимаю, что там? Ты дебил, ты чему полотенце в жопу вытирал? Ты же меня для лица. Я ворал, он нутеллой намазал, подойти сказать, ты чё полотенце обосрал, и в него кинуть. Гранада пошла! Не, надо взять, короче, трусы избавить, когда ты с девушкой, с женой уже живёшь, трусы избавить. Сказать, значит, я обосрался. На трусах очень много это нутеллы. Руки в говне все, да? Привет. Привет, красавец. Лена, знаешь, короче, слушай, еще тема. Короче, лежишь такой, вдруг ты почесалась сзади. Руку берешь, палец замыкаешь. Да, ты как отнёшь. Понимаешь, какие мы примитивные, мы орём с говна. Тупо, дискотека века. Ну. Я не могу быть позором. Ну примат. Что? Примат. Еще раз. Примат. Ха-ха, мы да. Кидаю гранату. Примат Кирилл, примат Юрий. Кто-то мне опять звонит. Кому я срочно понадобился? Блин, я стрельнул. Эй, ууу. Хряк тебя убил. Хряк убил. Боже, можно такой ник придумать? Не знаю. Ты будешь хряком МС? Прямо сейчас заплачу деньги и изменения. Хряк МС 2. Канал теперь назову Хряк МС. Игра с Хряк МС, понял? Возьми снайпера, стреливай туда его снайди и все. Или не хочешь. Хорошо. Я же говорю. Ой-ой-ой. Ой, это было зря. Меня хряком все опять убил. Старый Шурик, какие у них ники топовые. Это да. Хряк МС, старый Шурик, это. Ну хорошо, вдруг у тебя ник был топор. Мне кажется, за это могут и убить. За топора. А ты видел, короче? Мобзы кидают сотку и говорят, раз реклама пошла, то давай рекламируй, давай рекламировать. И говорит, типа, и кидает группу мобзы, понял, Кирилл? 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 Кэра.
Ёпарасы, скайп лагает, блин. Шо це такие? Я не понимаю, шо це такие происходить? Алло. А чё ты тел? Я все слава, сейчас подойду. Дрики, мам. Юра. А ты тут? М? Ты тут? Ты дурак. А. О. Засну прокрыл. Или зарезать, но я услышал. И опять не чекнул эту позицию. Эту позицию. Но. Пёсий. What the fuck? Давай про говно еще раз пошути, посмеемся. Юра, я second hand сломал. Почему? А вот кто меня знает. Я зарезал эту свинью. Да бей же, чувак, его! Неужели? Я не хочу на этой карте уже играть. Я четвером на этой карте, это, конечно, надо будет. Чтобы играть на этой карте четвером, надо быть киллером. А что за фигня? Я их не вижу. Ой, нашел это видео. Ты мне теперь слал чё-то? Да. Так вот, смотри, враг меня, хорошо? Посмотри его. Я не могу никого убить на этой ничьей карте. С той стороны, со стороны в этого Блэквуда. Меня просто он встречает, я не могу смахнила на этого босса его убить. С той стороны, со стороны Блэквуда, понял? У них удобно вот, где мы, где я все время выхожу. Их там убивать можно. А скажи, это из... вот ты... Кто хотел спросить, ёбарасы-то? Я же глюкер. Ой, сложно. Расскажу тебе. Когда вспомню, ты мне скажешь. Ну хоть в плюс отыграл. Все, Женя прет. Надо выходить. Куды? Я пойду спать. Ковиды постри. Все. Может, спать тоже хочется почему-то. Вот-вот. Так почему ты сегодня не пришел? Да, потому что с Розой был ёпростый. Акидо! Фу, таким быть! Да мы, блин, прикинь, короче, слушай. Значит, на канатке поднялись наверх. Ну. Там, наверное, час были, или полтора. Ну, в общем, не важно. А что, ногами не могла она подняться, да?
Что такое? Ну слушай. Ну. Спускаться начали. Спускаться. А я же гид. Ты, а, ты гид, я понял, да, завел. Нет. Мы пошли понял, как обычно спускаемся. Как обычно мы спускаемся, мне кажется, она бы не пошла. Пошла. По вот той грязи? Да. А, ну ты гид, ну и. Ну слушай, знаешь, что-то было.